В 2017 году госкорпорация «Росатом» объявила второй всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям». В конкурсе принимали участие ученики с 6 по 11 классы школ Десногорска. Участникам необходимо было снять видеоролик по истории становления и развития атомной отрасли, о строительстве Десногорска и записать видеоинтервью с людьми, которые стояли у истоков создания города и продолжают его делать светлее и лучше. В декабре 2017 года в Десногорске чествовали победителей муниципального этапа. 10 видеороликов были отправлены на следующий федеральный этап. В феврале госкорпорация «Росатом» объявила финалистов, среди которых и ребята из Десногорска – Станислав Разганов, Владислав Камнев и Алексей Рачек. В торжественной обстановке из рук заместителя главы города Александра Новикова и заместителя директора САЭС Анатолия Терлецкого ребята получили подарки от концерна «Росэнергоатом». Это, конечно же, еще раз возможность сказать вам всем слова благодарности – детям за то, что они пытаются помнить и знать историю. Созидателям сказать слова благодарности за то, что вы делали и делаете до сих пор. Ну и, конечно же, педагогам за то, что вы помогаете нашему подрастающему поколению в их этих первых шагах. Если детям Десногорска и нашим ветеранам конкурс понравился, то независимо от того, услышат нас в госкорпорации или нет, то такой замечательный конкурс в нашем городе мы продолжим. Я уверен, что он пойдет на пользу всем нам. На самом деле впечатления очень грандиозные у меня. Ну, можно сказать, я очень сильно шокирован, удивлен, потому что я во многих конкурсах участвовал и ни разу не получал такого хорошего подарка. Очень сильно понравился конкурс «Слава Созидателям». Я в нем вот впервые участвую. Можно пожелать молодому поколению, чтобы они тоже участвовали в этом конкурсе. Финалистами конкурса в 2017 году стали 63 школьника из 21 города.